dvhub.ru. В этом году впервые проводили конкурс среди муниципальных библиотек по всему Хабаровскому краю, и наша библиотека Островского стала лучшей. Она нас по разным критериям, в основном это инновационные какие-то введения, то есть IT-разработки. У нас, вот, допустим, есть аудиогид, который разрабатывала одна из наших сотрудниц. Также особое внимание уделяли каким-то мероприятиям массовым, которые мы проводим. Вот у нас большое внимание было привлечено вот к революционному нон-стоп. То есть в прошлом году было 100-летие Октябрьской революции, и очень много людей пришло, очень большой, хороший отклик был об этом мероприятии. То есть библиотека постоянно развивается, какие-то мероприятия проводят. У нас все время жизнь, у нас проект, у нас какие-то события происходят. Это вот одно из тех вот как бы качеств, которые вот привлекают библиотеки и делают ее лучшей. Да, мы выиграли в этом конкурсе 60 тысяч, и они пойдут на приобретение нового или новых компьютеров, которые будут использоваться в секторе электронной информации, и ими будут пользоваться наши посетители. dvhub.ru